В борьбе с наркозависимостью все средства хороши. И, к слову, спорт – один из самых серьезных ее противников. Дать ей отпор удалось Рашиду Баташеву, который уже 15 лет ведет чистый и здоровый образ жизни. Сказать наркотикам «нет» ему помог именно спорт. И когда начинаешь играть, увлекаться спортом, то тогда уже наркотики уходят на второй план. Алкоголь там, человек пустым не может быть, чем-то занимается, правильно? Или этим, или этим, или тем, или бизнесом, да? А спорт – это вообще прекрасно, и здоровье, и сила. Финансовую поддержку турниру оказало Министерство труда и соцразвития Карачаево-Черкесии. А работники Министерства финансов выставили на поле собственную футбольную дружину, которая составила достойную конкуренцию молодым футболистам и команде реабилитационного центра. Спорт, я считаю, занимает одну из лидирующих частей в борьбе с наркоманией. Здоровый образ жизни в целом спорт развивает. А также, коллективный дух, то есть от работы, если человек устал, где-то себя в другой стихии выразить, отразить. Борьба на поле шла всерьез. Поддаваться никто не собирался. Каждый играл в полную силу, потому и игра получилась интересной. И пусть футбольный опыт у всех разный, удовольствие от турнира получил каждый. Сейчас будем смотреть, как они играют, потому что возвратились из угара этого. И сейчас они будут играть, мы будем видеть их лица и торжество, которое у них будет на лицах. Спортивный азарт для бывших наркозависимых – серьезный шаг к закреплению трезвого образа жизни. Но на этом турнире дело не закончилось. Его участники уже готовятся к следующему матчу с местным управлением по контролю за оборотом наркотиков. Радмир Хасанов, Роман Нагаев, Архыз 24.